Ребят, всем привет, привет. У нас за бортом 33 градуса, 32-33. Минус, это потеплело, было 37. Смотрите, какая красота у нас в подъезде. Картина висит на нашем этаже. Цветочечки. Зеркало не буду себя показывать. Ой, наверное. Все, ребят, иду. Нужно на линку скататься. Мороз. Что поделаешь? Сережа меня на автобусе не пустил, вызвал на такси. Даже не спрашивайте, сколько оно сейчас стоит. Просто очень-очень дорого. Но нужно. Ой, ёпрысоты, все-таки замерзла у нас в подъезде внизу цветочки. А знаете почему? Потому что у нас люди не закрывают входную дверь, которая во двор. Там холодно на первом этаже. 25. Вчера ничего не было. До 8 часов не будет горячей воды. Ой, холодной. Вот так вот, но воды уже нету. Вот такие дела. О, ребят, холодно. Какая красота на улице. Ой. Приехал в такси.
там свечи, фужеры, шампанское, не знаю, вроде как не показывала я вам. Стоит высоко на буфете, на шкафу вернее, не буду уже снимать. Вот такая вот. Делала все своими руками, любимым деткам. Такая вот погода. Не айс. Сегодня холодно. Очень. Холодно даже, видите? С той стороны что? Окошки подмерзли. Вот такая погода. Холодно. Мороза, солнышко, конечно, красота, но очень холодно. Зато все белое. Красота. Глаз радуется. Очень. Ну все, ребят, буду заканчивать видео. Такое коротенькое видео будет. Сейчас деток дождусь и поеду домой. Время у нас где-то 16:15. Около 4, наверное, уже. Туман, видите? От мороза. Где мороз, а где трубы пыхтят? Там в той стороне, вдали, там находится город. Народу нет нигде. Никого. Белый снег. Вон кто-то ходит один. Там даже посмотреть никого, ни на остановке один человечек мимо прошел. Все. И никого. Ну все, ребят, не забывайте подписаться, поставить лайк, поддержать наш канал. Мы все равно стараемся, нет-нет, записываем видео вам. Вот такие дела. Всем пока-пока. Мирного неба над головой, крепкого здоровья.